первом полугодии в областном управлении Федеральной службы судебных приставов находилось 3 миллиона 600 тысяч исполнительных производств. В среднем на одного судебного пристава приходится целых 5 тысяч дел. За 6 месяцев 1 400 000 исполнительных производств было успешно закрыто. С должников взыскано 17,5 миллиардов рублей. В бюджет мы взыскали свыше 6,5 миллиардов рублей. В бюджет Московской области 1,5 миллиарда рублей, 442 миллиона штрафов ГАИ, 4,2 миллиарда рублей налогов, 940 миллионов рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги, 373 миллиона рублей задолженности по алиментам и 2,6 миллиарда рублей – это задолженности по кредитам. В среднем каждым судебным приставом региона взыскано 25 миллионов рублей. В ходе применения мер принудительного характера в выезде из страны было ограничено 95 тысяч человек. Также 3 тысячи должников ограничили в праве управления транспортом. При исполнении 7 тысяч производств арестовано имущество на сумму более 8 миллиардов рублей. В рамках уголовно-правового воздействия на должников возбуждено 571 уголовное дело. Большинство из них, 533, если в абсолютных цифрах, это за злостное уклонение от уплаты алиментов. 25 уголовных дел за неисполнение судебных решений, 4 уголовных дела за невыплату кредиторской задолженности и 4 уголовных дела за невыплату заработной платы, возбуждено в отношении руководителей предприятий должников. В первом полугодии сумма взысканий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 21%. В планах на ближайшую перспективу дальнейшее развитие колл-центра, организация цифрового документа оборота с мировыми судами и всеми органами госвласти на территории региона. Изменения ждут и организацию работы Одинцовского отдела судебных приставов. В целом подразделение с поставленными задачами справляется, но есть объективные сложности. Достаточно сложный район, ввиду того, что он достаточно большой, и по плотности населения достаточно большой. Вот, и место расположения отдела непосредственно, да, у вас, оно тоже непростое, потому что в этом же здании расположены два специализированных отдела по взысканию административных штрафов за нарушение дорожного движения. Это отделы, в которые попадают те самые постановления из центра видеофиксации нарушений. Соответственно, в этом отделе всегда много посетителей и всегда заняты телефоны. Отсюда, наверное, вот основные нарекания, которые я слышу на работу Одинцовского отдела, это трудно дозвониться, трудно попасть на прием. Да, мы с этим работаем, и в планах у нас разделить, ну, по крайней мере, через входы, да, разделить Одинцовский отдел, который работает непосредственно на территории Одинцовского района, и наши специализированные отделы по взысканию административных штрафов. В сентябре Николай Коновалов планирует провести в Одинцовском отделе личный прием и пригласил на него всех желающих. Также в рамках брифинга журналистам порекомендовали пользоваться специализированными мобильными сервисами, такими как банк данных исполнительных производств. Они бесплатны и позволяют обезопасить себя от неприятных неожиданностей в виде различных ограничений со стороны ФССП. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».